Poslušaj, še tako tomu civiziran kapitan, ja? To bi to bilo dobro. To včera to ne bilo. Včera to ne bilo, tak poskusite se starati. Nekdo je, nekdo ne. Zavazate se, a furt do restauracije. Ne. Prvo, bezpečnost, sigurnost. Za jahtu, pripraviti jahtu, a potom do restauracije. Može tak. To rade pravi kapitan. To rade ljudi od mora. Stalno se musimo starati o energiji, o jahti, o ljudima. To je starost. A to ne smije. A ta starost musi biti dobra. To ne smije biti tlaka. Musimo se starati, a u tome musimo uživati. Ja. To je namorski život. Ne može biti každi kapitan na vodi. To je teška praca. Teški život, teška praca, ali koja ima svoja pravila. Kada ta pravila použima, tak nam se ništa ne stane. To je dobro. Kada nam se ništa ne stane, to je super. A onda možemo na večer, možemo tancovati, možemo spjevati. I to je dobro. Tako možemo. Tak musimo biti opatreni. Kada smo, imamo veliku otvorenost, kada smo zakornili, tak se ne pije, ne hlasta. Tak otvorenost. Jer odlično od toga. Jahta stoji vela penes, ljudi, život, sve to. U našim rukama. Tak musim biti serijom. To ne je tak jedno. Máme šťastí, protože počasí jsou dobré, není silný větr, ale kdyby jsou silný větr, tak to je velmi, velmi nebezpečné. Tak držíte se to. Može. Dobře. Evo, toliko od mene, ako ima neko pitanje, može slobodno. Water and electricity, Electricity, yes, water is also, but you must pay, it's very expensive. The water on the island is a gold. Вот они, да, из-за гор. Спешил Ребят! Да, это злато. Что-то не запомнил. Уробите танки, а потом привязать так это время. Мусим я состараться. Не слышно вообще. Можете дали. То, что говорил Драго о культуре Капитана. Вчера простой пример. Ко второй яхте идем. Каждая, ну не каждая, а через яхту включена навигация, не собраны веревки. Значит, свет, топовые огни горят, чуть не ходовые. У кого-то на холостых мотор, ну, в смысле, не заглушен. То есть то, о чем он говорил, о культуре, то есть вы свою команду, не обязательно сами. Напрягите, пусть они все приведут в порядок, а потом идут в ресторан. То есть вот, потому что, может быть, кто-то чего-то не понял по-хорватски. Я как вот на конкретном примере говорю, что вот то, что мы там вчера, вот, проходя, видели. Вот это, так сказать. Ну и к культуре в регате, да, все прекрасно знают, что можно, конечно, там биться за каждое место, но то, о чем мы говорим, про безопасность, про культуру. Если есть опасность столкновения, ну отверни ты, ё-моё. Ну отверни. Александр Иванович, сушить. А сейчас весел, как вообще? Читайте правила регламента. Нет, я просто говорю, что это вообще так культурно. Это дисквалификация. Даже если вы бордуете крюком, подправите в такси, это дисквалификация. А что спрашиваю? Я спрашиваю, потому что... А ради кого? Кто был связан? Кто был связан? Ну все, объяснили людям право третье, все, забыли. Ну что, господи, правило написано, любые аутсорсы запрещены. Нельзя выставить даже крючок, а нельзя выставить. Использование триггеров, сразу вещи, и у меня нет другой возможности, чтобы вести вас в мир. Ты должен сняться. Алика, телефон твой?